И теперь уже тренеры будут решать, через сколько делать шаг. Да, ну, для Алексея Косова очень важно все три попытки в рывке использовать и постараться именно за счет первого упражнения создать какой-то запас, потому что в толчке Алексей Косов, конечно, выглядит не так убедительно. Но знаем мы атлетов, которые за счет рывка создавали такой отрыв, который в дальнейшем конкурентам было тяжело отыграть. Стрельцов. Беларусь тяжело, но тем не менее сумел поймать баланс. Это был сейф. Заметно повтор. Я думаю, увидим все это, как происходила борьба. Потянуло назад, ну, сумел выровняться. Так, и Алмаз Утешев у нас с этим подходом сразу же на первое место поднимается в сумме с 10-го. Стрельцов Вадим, 220, будет атаковать Алмаза Утешева. Причем с запасом атакует. Да, и у нас новый лидер. Вот так вот белорусы сейчас поборются за награды, суммы. И установление мирового рекорда. А Вадим Стрельцов, он легче, чем Алмаз Утешев. В случае успеха обойдет его. Но пока что не рекорд. Ты смотри, что происходит сегодня. Вот это да. Вот это да. Ну, не дожал, хотя локоть не включился. В принципе, он специально не выпрямлял его. Два к одному, вес защита. Вот это борьба у нас на помосте. Говорил я, что кто из них поднимет, тот и выиграет. Пока поднимают все. 230, это очень много. Мы удивлялись Ильину, который 33 толкнул, и мы на Олимпиаде просто в шоке были от таких килограммов. А сейчас 230, уже два человека подняли, и еще двое будут штурмовать. Сделать, да. Информационных технологий и массовых коммуникаций, свидетельство о регистрации СМИ, Л номер ФС-77-59-271. Ну что ж. Итоговая таблица. Белоруссия на первом месте и Казахстан второе, третье. Алексей Косов остановился.